Перевод времени на час для многих из нас стал настоящим потрясением. В раннем пробуждении нет ничего плохого, только если это пробуждение было запланированным. Ведь согласитесь, нет ничего лучше, чем просыпаться, когда вам захочется, а не от ярких лучей солнца, которые светят вам в глаза в 4 утра. Эту проблему можно решить, повесив на гардины достаточно плотные шторы. Но тогда возникает новая дилемма. Организм неправильно считывает время суток и сообщает мозгу, что все еще ночь и можно немного поспать. В таком случае нужно встать с кровати, открыть шторы, чтобы комната наполнилась утренним светом. А вспомните, как ночью, готовясь ко сну, вы ходите по дому и выключаете свет в комнатах, добираясь до кровати в темноте или проверяете, постоянно закрыта ли входная дверь. Все перечисленные факторы вроде и незаметны для нас, но создают микрострессы и являются причиной небольшой тревоги, которую мы испытываем. И что теперь со всем этим счастьем делать? В сегодняшнем выпуске мы поговорим об инновационных технологиях, внедренных международной инвестиционной девелоперской компанией BI Group для решения этих и многих других задач. С вами Big Product, проект, в рамках которого мы проводим обзор основных продуктов и идей, реализуемых компанией BI Group для обеспечения комфортных условий жизни своих клиентов. Векторы и темпы развития современных технологий можно емко выразить, слегка перефразировав одно знаменитое утверждение – комфорт – двигатель прогресса. Именно возможность прикладного использования хай-тек решений для обеспечения людей достаточным уровнем комфорта и безопасности, а также для экономии ресурсов, как материальных, так и временных, является одним из главных смыслов развития инженерной мысли сегодня. Следуя данному вектору, в 2018 году группой инициативных и энергичных инженеров совместно с компанией BI Group была создана инновационная система Connected Home, представляющая широкий спектр решений для автоматизации бытовых процессов по принципу «умный дом». В представлении многих людей умный дом ограничивается включением и выключением света по хлопку и сигнализацией в случае реакции датчиков возгорания и задымления. Но мы, руководствуясь задачами обеспечения максимального уровня комфорта и безопасности при затрате жителями минимального количества ресурсов, пошли намного дальше, создав целую экосистему, помогающую вам в быту и ответственную за создание уюта в доме. Достаточно настроить ряд сценариев, и шторы в вашей спальне будут в нужный час самостоятельно открываться под мягкое звуковое сопровождение из телевизора или смарт-колонки, а кондиционер будет поддерживать оптимальную температуру по всей квартире, чтобы ваш сон был максимально комфортным. Голосовой ассистент моментально отреагирует на ваш запрос, сообщит последние новости и прогноз погоды. Поможет настроить не просто температуру, но и влажность воздуха в помещении. Выходя из дома, вы сможете по команде отключить все розетки, оставив в работающем состоянии только холодильник. Если же вы соберетесь в продолжительный отпуск, то по заданному сценарию система будет включать технику и освещение в доме, имитируя присутствие в доме хозяев для любопытных наблюдателей со стороны. При возвращении ребенка со школы домой домофонная система направит на ваш телефон соответствующее уведомление, чтобы оповестить вас, что ребенок в доме. Все, что происходит в вашей квартире, вы можете контролировать и регулировать через мобильное приложение Connected Home, установленная в вашем телефоне и на планшете. Датчики движения отслеживают активность и автоматически активируют освещение ночью по пути передвижения людей в квартире, что значительно снижает риски получения травмы и создает комфортную обстановку вокруг. Также специальные датчики реагируют на протечку воды и отправляют соответствующие уведомления, а установленные под раковинами клапаны автоматически перекроют воду и защитят вас и ваших соседей от неожиданного потопа. А система пожарной сигнализации среагирует на значительное повышение температуры и задымление помещения, направив соответствующее уведомление вам на телефон. А специальные электрозамки освободят вас от необходимости ношения ключей. Достаточно ввести пин-код или зафиксировать отпечатки пальцев, хотя те, кто предпочитает традиционные способы входа, может открывать дверь ключами. Установить систему Connected Home вы сможете сразу на стадии ремонта, проложив необходимую проводную инфраструктуру по всей площади квартиры. А если квартира уже отремонтирована, то интегрировать систему можно и через технологии беспроводных соединений. Выбор остается за вами. Подробнее с возможностями системы Connected Home вы сможете ознакомиться, пройдя по ссылке в описании к видео или считав вот этот QR-код на экране.
Сегодня, согласно отчету ООН, Казахстан среди 193 стран мира находится в топ-30 по уровню человеческого капитала и в топ-10 по развитию IT-услуг. То, что мы буквально недавно могли видеть только в голливудских фильмах, стало реальностью, в том числе и благодаря стремительному развитию IT-технологий в нашей стране. Иначе и быть не может, ведь есть задачи, есть рынок, есть люди, готовые двигать прогресс в нашей стране. И есть миссия – строить счастье. С вами был проект Big Product. До новых выпусков. Саболтс!